Традиционные для муниципалитета городские конкурсы «Меценат года» и «Человек года» стартовали в областном центре. Развитию благотворительности и общественному признанию заслуг в этой сфере призван способствовать ежегодный конкурс «Меценат года». Участие в нем могут принять юридические и физические лица, оказавшие в течение 2020 года благотворительную помощь некоммерческим организациям, реализующим общественно значимые проекты, программы, поддержку социально незащищенным категориям населения, а также принявшие участие в решении экономических, экологических и других социально значимых вопросов областного центра. Эта награда вписывает имена наиболее талантливых и известных горожан в почетную летопись столицы Колымы. В данный момент проводится прием заявок на оба конкурса. Он продлится до 24 мая. Уже активно участвуют в конкурсе трудовые коллективы, общественные организации. И мы с удовольствием ждем всех тех, кто еще заявку не подал. Принимаем заявки в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана по адресу улица Горького, 16, кабинет 401 и 406. Премия органов местного самоуправления «Человек года» вручается магаданцам за особые заслуги и высокие достижения во всех сферах деятельности, способствующие укреплению авторитета города в России и за рубежом. Главному лауреату решением конкурсной комиссии вручается также денежная премия в размере 50 тысяч рублей. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсах «Человек года» и «Меценат года», можно обратиться по телефонам 200 734 и 200 736. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте мэрии города Магадана magadan.49gov.ru.